В Ярославской области уже в этом году начнется строительство 9 яслей. Это будут отдельно стоящие одноэтажные здания на 40 и 90 человек. Одно разместится в поселке Красный Бор в Ярославском районе, 3 в Рыбинске, 5 в Ярославле. В областном центре ясли появятся в Дзержинском и Фрунзенском районах. Территории определены. На улице Кирпичной будет возведен полноценный детский сад на 220 мест. 60 мест отдадут под ясельные группы. Выделены уже федеральные деньги, поставленные правительством Российской Федерации в размере 350 миллионов. 143 миллиона софинансирования регионального бюджета Ярославской области. И сегодня стадия проектирования. Первый проект уже проходит рассмотрение в государственной экспертизе. Планируется, что уже осенью на всех площадках начнутся работы. Они должны завершиться в следующем году. В общей сложности будет создано 790 мест. Сейчас в регионе действует 410 дошкольных учреждений. В очереди числится почти 28 тысяч малышей до 3 лет.